31 декабря или 1 января? 1 января. Оливье или мандарины? Оливье. Дарить или получать подарки? Дарить. В гостях или дома? Вы слушайте, вы меня подбиваете, у нас это, самоудаленка, ничего, я тут не буду. Хотя, конечно, хотелось бы повеселее как-то. Живая елка или искусственная? Лучше искусственная, чего деревья портить? Снег или тропический ливень? Конечно, было бы хорошо этот ливень, но будет, понимаете, снег. Поземка, так сказать. Праздновать или лечь спать? Ну, чуть-чуть попраздновать, вот, поспать тоже можно. Главное, первым будет такая тишина, вот никто не будет беспокоить. Это лучший день в году, понимаете, вас нету ни для кого, вы только свой собственный. Давайте уже скорее к нему. Ирония судьбы или с легким паром? Ну, ирония судьбы. Ха-ха-ха-ха. С наступающим вас 1 января!